Привет всем читателям LegalBet. Здесь самые крутые матчи начинаются. Франция устроила настоящий праздник матча с Аргентиной. Месси едет домой. Фавориты уезжают из России. Но завтра Испания играет с нами в 1/8 финала. Конечно, было бы логично, чтобы я посоветовал вам заряжать на Испанию, причем с форой -1.5. Но, ребят, мы все-таки болеем за Русь. Поэтому я лично сам и вам советую поставить на ничью. Ну, может, мы справимся. Может, поставим забор, автобус, локомотив, что угодно, танк. И сыграем на ноль или забьем неожиданный гол. Испания не так хороша на этом турнире, хотя она в порядке. Но что-то ей не удавалось. Матч с Марокко, матч с Португалией тоже. Так что мой прогноз ничья с коэффициентом 4 на 1 ставка.